вот теперь в Крыму уже долго живете. Что для вас Крым? Чем он стал в вашей судьбе, в вашем творчестве? Мы сейчас находимся в том доме, где много сделано своими руками. Вот, реконструкция, то есть, и здесь и хочется сделать и своими работами, приукрасить эту землю, эти города, вот, добавить им такого цивилизованного, уже обдуманного каких-то решений, которые будут интересны вот, и людям, и специалистам, и чтобы люди, чтобы здесь было интересно жить, вот, потому что, к сожалению, у нас в городе очень слабо это все, никто ничего не хочет делать, вот. А желание у меня большое, замыслов много, вот, предложений много, и хотелось бы сказать, что пока есть сила, энергия, надо, в общем, делать то, что надо делать, и поспешить, то есть успеть много, да, чтобы эти руки скульптора не были праздными, да? Да, они... есть опыт большой, и его надо вложить, чтобы он пошел в жизнь. Вечная тема – это духовная тема. И я сейчас работаю в этом плане, и так как я живу в колыбели христианства, то есть мы живем в колыбели христианства. Христианство начиналось, все знают, что с Крыма, с Санеса. И я вот этой темой сейчас очень сильно озабочен. Вот, и сакральная тема для меня, она как бы сейчас в первую очередь. И хочется все-таки сакцентировать на том, что откуда это все пошло и где это все начиналось. И здесь надо вот этот вот символ поставить, особенно у нас в столице, в городе Симферополе. Все-таки впереди ведь у скульптора всегда еще что-то есть, да? Еще не все сделано, не все завершено. Все-таки какие-то у вас планы, какие-то мечты. Вот о чем? Сделать наш город Симферополь не хуже Еревана, не хуже тех городов, которые в Европе, чтобы здесь было много чего посмотреть, чтобы были не хуже наши профессиональные какие-то решения. Вот. Ну, у нас, я хотел бы отметить, что потенциал нашего союза есть очень большой, и этим надо пользоваться. Вся жизнь стоит перед художником, и он выбирает из нее те или иные существенные для него явления и образы, писал известный кинорежиссер Сергей Герасимов, наверное, имея в виду не только кинодеятелей. В какой бы области искусства ни создавал свои произведения художник, полем его деятельности всегда остается жизнь. Жизнь человека и природы. Жизнь со всеми ее волнениями, противоречиями, печалями и радостями.